на море написано. Золотая цепь над Египтом. Яма на Читом. Вот ученые все ходят, вот все по кругу. Что будут читать? Ну, я говорю, первая сказка, но сказка «Рыбаки и рыбки», о селе Салтане, что там еще у нас идет? Конё-горбуно, ой, ну нет. И вам пишу «Чего же боли?» Это Евгений Онегин, стихи Татьяне. Ты настолько гениальный поэт, что невозможно, наверное, выделить. Но лично для меня мне больше по духу, конечно, «Капитанская дочка». Вообще историческая основа, прежде всего. И тот факт, что главная героиня является, то есть, эталоном для самого Александра Сергеевича Пушкина. Например, к Чадаеву. Любви, надежды, тихой славы, недолго нежил нас обман, исчезли прежние забавы, как сон, как утренний туман.